Экскурсию по нацпарку Бурабай организовали для более чем 100 ребят с особыми потребностями в рамках празднования Международного дня защиты детей. Они посетили музей под открытым небом Бутай-Бурабай, мультимедийный интерактивный комплекс на поляне Аблайхана, а также визит-центр популярного курорта Акмолинской области. По мнению многих ученых, историков, эти места, они являются как бы сакральными, вот, и от них идет энергетика. И этой энергетикой подпитываются наши родители, наши дети. Вот. И учитывая мнение тех детей, которые начали посещать еще в 2009 году, это дает им положительный эффект. Оно расширяет их кругозор и плодотворно влияет на их здоровье. Одной из составляющих увлекательной поездки стали интерактивные развлечения. Цифровые игры в виде боевых сражений, скачек и стрельбы из лука позволили детям окунуться в богатую историю страны. С помощью аттракциона «Полет птицы Самрук» ребята отправились в незабываемое 5D-путешествие по самым живописным местам республики. Я считаю очень важным, чтобы дети знакомились с летописью нашей страны и познавали окружающую среду. Большое спасибо организаторам этого мероприятия за такой праздник для наших детей. Дети очень счастливы познакомиться ближе с флорой и фауной национального парка. Отметим, мероприятие было организовано фондом «Куланшах» при поддержке Управления делами президента Республики Казахстан.